Добрый день, я менеджер компании Arbat Homes, меня зовут Фирус. Изначально я являлся клиентом компании. В 2017 году я вместе с родителями приехали, купили недвижимость. И уже в 2019 году я переехал на постоянное место жительства вместе с женой сюда, в Турцию. Здесь же у меня родился сын. И уже в 2021 году я устроился на работу к Асымбею в компанию Arbat Homes. Это предусловие обо мне. А если вы спросите, что за красивое место, в котором я сейчас нахожусь, это пляж Газипаши. Особенность этого пляжа в том, что вдоль пляжа нет плотной застройки, что делает этот пляж похожим на необитаемый. Есть ощущение, что мы находимся на каком-то острове. Вообще в Газипаше три пляжа, я считаю. Говорят, два, но третий – это бухта. Замечательное место для купания. Мы по выходным с семьей едем туда купаться. Нелюдно, спокойно. Первый пляж – это тот, на котором мы находимся сейчас. Второй – он больше целебный. Вы видите его сейчас на кадрах. И третий пляж, как я и говорил, бухта. В Газипаше есть очень большое отличие в том, что вдоль пляжа, то есть первой береговой линии, нету трассы, как, например, в других городах Турции. И нету шумного трафика, поэтому дорога здесь идет прямая, просто только на пляж. И этот пляж более экологичный. Здесь же у нас есть сзади оператора замок, пещера древняя, как и в Алании, которую вы все знаете, которую мы называем Кале. Здесь очень много достопримечательностей, мест, которые можно посмотреть, съездить с семьей, кафе с очень красивыми видами. И я бы хотел на этой нотке плавно перейти все-таки к проекту, который в Газипаше я бы хотел вам презентовать. Он находится в километре от этого пляжа. Так как вы знаете, большинство проектов в Газипаше, они находятся далеко от пляжа, потому что застройка начинается примерно от 400 метров и далее. Вот мы, собственно, и находимся на самой стройке. От этой стройки до аэропорта всего 3 километра. Рядом есть в шаговой доступности, в нескольких минутах ходьбы, кафе, рынки, базар. Проект начал свое строительство в 2022 году в августе. Этот, получается, сейчас месяц, в котором мы снимаем этот ролик. И дата окончания строительства 2023 год, декабрь. В проекте у нас всего 58 квартир. Планировки 1 плюс 1 – это 46 квадратных метров. 2 плюс 1 дуплекс от 97 до 113 квадратных метров. Дуплекс – это, вы знаете, это двухэтажные квартиры. Инфраструктура комплекса отельная. Есть сауна, фитнес, хамам, паровая комната. В самом комплексе есть кафе, бар, потом очень большая, огромная парковка, соляная комната. Есть отдельное помещение для игры в сквош. Также есть детская игровая комната. Грубо все для вашего комфортного отдыха и чтобы вам не пришлось ехать в отель, когда у вас есть квартира в таком комплексе. А я еще раз повторяюсь, вы были на канале Arbat Homes, с вами был менеджер Фирус. По всем вопросам, которые у вас появятся по данному проекту, либо по другим проектам, вы можете увидеть ее у нас на сайте. Ссылка будет и по номеру. По всем вашим вопросам обращайтесь по номеру телефона, указанному на экране. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.